Ну и теперь в Апа Дистрикт. Поехали. Ну вот это вот красиво было сделано. С остановочкой там. Реализм. I can see Jindosh's mansion from here. The gate's down. I'll need the code. Один, два. Получится отметить отсюда. Есть. Теперь наверх запрыгнуть. Еще есть один? Вот еще один идет. Красота. Минус три сразу. Как бы мне незаметно к ним подойти, не очень как-то тут понятно, как это сделать. Ну вот он меня видит уже. Не, не получается. Ну? А это не видит меня, что ли? Ах, этот спиной стоит. Тогда мы отметим тебя. Ты помечен. Печатью Чингачгука. Какой печать? Что я несу? Так, а сюда можно? В окно. Maybe the tall boys were better from the time of the rat plague. They made people stand up straight. Sure it's all around. What? Вот и все. Минус три. So, let's see. What was it? Let's have a look. One of us is down! What? Somebody's down! Это потому, что человеку плохо, исключительно. А не просто так. Hello? Anybody? Don't wonder who that was. The whole place. I don't have time for that. Вот этому, по-моему, явно плохо. Вот совсем нехорошо. Ну что, я считаю, что это было доброе, удачное начало. Что скрипнуло? Who is this? Свои, все свои. You!
Несколько неловко получилось, но результат, в общем, такой же. Еще денежки. Яблочко мне даже и не нужно. Окей, ну, смотрим, что тут хорошего. Это не тот портрет, который рвут. Пусто. Бонд-чарм. Что за бонд-чарм? Что делает? Ну, прям неинтересно. Наверх тогда еще. Тут уже и нет никого с этой стороны. А, нет, выше уже нельзя, да, это все. Здоровья мне не надо, пули уже тоже, как ни странно, не надо. Полтинничек тоже неплохо. А вот это интересно. Вот это интересно. Представляешь, ты проснешься и поймешь, как тебе повезло. 354. Код от ворот. Ага. И ключ взял. От боковой аллеи. А вот интересно, от будильника он проснется? Сразу открою. Ну что я делаю? Триста пятьдесят четыре. Боковая аллея.
Можно, наверное, тут крыской проскакивать. Ничего. Вот ревая тул, прекрасно. Я не знаю, мне нужен он еще. Мины. Отлично. Вот руна тут прямо рядом. А вот руны как раз. Два кейса. Что, тут еще есть что-нибудь хорошее? Но здесь просто лестница. Тут еда, ну, еда мне не нужна. А куда я магию-то потратил свою, что-то не пойму. А вот все, 10 уже у меня теперь. На балкон можно было запрыгнуть, в принципе. Снизу не ходить. А тут все. Да, тут все. А, вот еще. 150 монет. Вот сложно все заметить. Пропустить-то легко. Портрет. И Караб Бон Чарм.
все я подобрал. Из руны бон-чармов. Мне, значит, туда надо. А тут можно, по-моему, не только ехать, но и пропрыгать. Вот. Тынц-тынц-тынц-тынц-тынц. Ну-ка, я посмотрю, что там внизу есть. Ну вот, кстати. Ладно, дальше я прыгать не буду. Пойду назад. Так, хорошо, что во дворике в этом. Кость, кстати, вот. Рыба. Тут ничего. В этом подъезде я был. И вот Wall of Light, который я отключил. Здесь что-нибудь есть? Не похоже. Прям нога такая лежит. А это уже так не бросишь. Можно бросить только типа то, что считается не главным куском тела. Вот, например, вот это. Здесь есть что-нибудь? Ну что, есть-то что? Ну понятно, это можно было отключить, но это что, это сирена, это мне вообще на нее плевать. Поехали тогда в Black Market опять, в Нижний Дистрикт. Столько реализма, столь приятного. Окей. И вот, кстати, вот чем вот эту дверь открывать? Значит, прихвачу с собой сразу маслица. И пойдем поторгуем перед тем, как грабить-то магазин. Какие-нибудь еще апгрейды возьму. I'm glad.
I can't believe you're alive after crossing Paolo. I trained with better. Much better. Come in. I might have what you've been asking for. I used to own a cafe down at the docks, but this is what I have for upgrading your equipment. Это я все купил. А это что? У меня всего 745 монет. Вот это интересно. Хотя, стоп. Денег-то у меня совсем мало. Что там написано делает? А, ну просто дает преимущество. Да, надо, конечно. Надо. Ну и все, я там денег-то 295. Что я могу купить на 295? Все продавцы смеются мне в лицо просто, когда видят эту сумму. Даже это не могу взять. Пятерки не хватает. Ну что ты будешь делать, а? Ну хоть что-то. Нет тут пятерочки нигде. Ну ладно, пойдем грабить тебе тогда. Сработало? Сработало, вон дырка. Отдавай все свои деньги, быстро. I'll just eat the losses. No sense in dying for this. Руна. Еще ревая тул. Не надо закрываться-то. Ключ. Это как раз тикет буф ключ. Я сейчас еще прибарахлюсь. Деньги. Все. Магазин называется. Так мало-то всего. А, мало. Это сейф еще. И сколько у меня денег стало? Ну, не густо. Хорошо, пойдем отсюда. Сейф. И еще блупринт.
Так, это я уже ограбил. Ну все тогда, поехали непосредственно в Clockwork Mansion. И вот тут я заканчиваю эпизод.